ЦСКА принимает сегодня подмосковные Химки. Это означает, что сегодня вторая серия дерби Ленинградки. Коло из угла промахивается, но Кайл Хайнц забирает подбор. Второй шанс в этой атаке у ЦСКА. И дважды подряд Коло в одной атаке не промахивается. Должен что-то сделать, мне кажется, Иванович по защите против Коло. Должен сместить акценты эти. Бросок с сопротивлением. Кайл стоит на подборе. Хиггинс. Какой пас, отмечаем. Пас в исполнении через всю площадку. Единственным правильным движением в ту же секунду, когда получил и подобрал мяч под кольцом. Замечательно было, быстрый отрыв в исполнении армейцев. Первый дальний бросок отправляет в цель. 17-10. Соколов и Вяльцев. 5 россиян на площадке у подмосковной команды. Очень маленьким составом играют Химки. Теодосич наказывает за тот невыловленный Соколовым мяч. Милош Теодосич на ваших экранах. Как обычно, не только забрасывает сам, но и блестяще ассистирует партнерам. Или, скажем так, защищаться более агрессивно и заставлять работать шведа. Теодосич. Мяч, отвечает Теодосич. Отчет этих секунд уже начался. Теодосич под Моней. Здесь выбрасывать ему некуда. Джексон! Джексон! Мало людей, я знаю, в баскетболе, которые бы отдали вот такую передачу, как отдал сейчас Теодосич. Бросок с активным сопротивлением. ЦСКА разгоняет контратаку. И надо Коло. Давно не забрасывал, но, тем не менее, 15 очко на счету Нанда. И также Хаммел против Коло. Коло против Хаммела. Американец проигрывает. В любую правую сторону Коло проходит. Мало кто в Европе его может остановить. На этом все. Со счетом 99-79 ЦСКА побеждает Химки и ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. До новых встреч. Увидимся.